Так, друзья, это опора у меня для клематиса. Вот. Сделана из реек. Я нашла дома вот текстурол для наружных и внутренних работ. Вот. Покрашу. Чтобы опора не почернела, я решила вот покрасить текстуролом. Так, у нас на улице 10 градусов, ночью будет 6. Вот. Вчера было жарко, сегодня холодно. Погода непредсказуемая. Так уж вот так. И вот так буду красить с этой стороны и с той стороны. Ой, купаюсь уже прям. Все, нанюхалась. Воняет такая, да? Не воняет, а пахнет. Там у меня дедушка лежит на диване, отдыхает. У тебя воняло, ты там что поливал? Вот у тебя воняло. Тут пахнет, дорогой. Так, все. Пускай сохнет. Один день или два дня. Ну, не знаю, наверное, один день хватит. Вот я вам покажу сейчас. Второй вот я. Вот это тоже покрыла. Этой же пропиткой. Это рейка потолще, это вот потоньше. Это мне сделал зять. Вот. Это, наверное, пущу под этот. Поставлю около розы, а это только клематиса. Тут рейки тоньше, потому что клематис, он понежнее же будет, чтобы легче было цепляться. Ну, один фиг придется подвязывать. Сейчас пускай там ветер сильный, потом туда вынесу. Я пойду козу, наверное, приведу, на яйца соберу. Ты думаешь, я с тобой разговариваю? Я с своими друзьями разговариваю. Вот у меня дедушка лежит тут. Он думает, что я с ним разговариваю. Что ты отдыхаешь? Скажи что-нибудь. Привет передаю, чтобы были живы, здоровы. Так? И всегда радовались жизни. Хорошо, молодец. Ой, все. Я и свет забыла включить, а разницы не было бы, наверное, да? Ну-ка. Нет, посветлее стало. Все, друзья. Устанавливать буду завтра. Так, опоры высохли. Пойду сейчас устанавливать. Если смогу, попробую. Вот, друзья, вот такие две опоры я установила. Если кто-то не знает, какие опоры можно сделать, вот это самый легкий вариант. На две рейки вот пришмандовить вот такие горизонтальные реечки. Это пошире, а тут вот, чтобы клематису легче было, вот рейки потоньше. Ну, друзья, если было вам видео полезное, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Пока-пока!